Власти Индонезии досрочно выпустили на свободу одного из организаторов теракта на острове Бали. В 2002 году Умар Патек изготовил бомбу, которая разорвалась в центре популярного среди иностранных туристов курорта. Погибли 202 человека. 88 среди них были австралийцами. Решение сократить преступнику срок вызвало в Австралии волну гнева. Этот человек находился в индонезийской системе правосудия. Мое личное мнение, его действия непростительны и совершенно отвратительны. Но мы не контролируем индонезийскую систему правосудия. Так устроен этот мир. Могу просто сказать, что все австралийцы сегодня должны думать о тех семьях и сообществах. То, что произошло на Бали, было трагедией и одним из самых страшных террористических актов в истории Австралии. Умара Патека задержали в Пакистане через 10 лет после теракта. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, из которых мужчина провел в тюрьме лишь половину. Власти Австралии призвали Индонезию продолжать наблюдение за бывшим заключенным. В Джакарте ответили, что 55-летний Умар Патек полностью исправился, и с его помощью будут пытаться заставить других экстремистов отказаться от террористических идей.